Всем привет, народ. Сегодня проходим Disciples 2. Продолжаем вторую кампанию за проклятых. Так, что тут у нас? Ну, сукубов я больше брать не буду. Мне что-то не очень понравилось. Компания. Thank you.
же сказал привет. Нет, к сожалению. Хотелось бы, но, увы. Так. Просто буквы «Ы». Да, я заметил, да. Я пока не хочу нарываться. Что-то меня не радует вообще ни разу.
дракон, синий дракон. Очень дружелюбное место. Пиздюля отхватывать не хочется особо. Как он пролазит? Все из-за ебаных промахов. Приветствую.
мне, наверное, оставаться лучше, блядь, в своем месте. Что, теперь будете заебывать, что ли, все свои залупы? Понятно. Ну, это ребут. Однозначный. Блядская империя, рот ее ебал. Возможно, почему нет? Но пока деньги я на это тратить не желаю.
Dei Nox Gloriam. Come. Look at me.
Что-то там серьезного нежить происходит. Даже страшно. Бурил, что ли, совсем? Хуй умоляет. У них там магия, они заебали уже в доску просто. Ну и как с ними сражаться, блядь?
ебаная такая. Решил проблему с этим уродом. Как? А? Как же так?
еще обещали, блядь. Что остается, буду сидеть. Пока такие герои шляются по округе, блин, находиться снаружи как-то небезопасно. Почти 4500, блин, копить пиздец. Идея, потому что ход еще кончился. Может, они там понемногу сами будут вылазить. Я пока подожду.
дойдет. Последний Тиамат. Дальше будет обороняться. Как?
Тариктус! Тиамата да сосата устроили тут. Ну ладно, отступим, потому что я хрен узнает, кто там.
Страдаете, блядь.
Четырят по-жесткому, у них тени просто с нихера берутся. Зря это сделано, все равно доберется, скорее всего. Идли с вами. Thank you.
day in Nox Gloria. Сейчас гномов окончательно лишим всех ресурсов, блядь, пусть пиздует. Как это произошло? What the fuck? Так, интересно, интересно, блядь. Что там за знамя? Меньше повреждений, да? Thank you.
Смари. Thank you.
Смотри, что делает, пидарюга.
Чап-чап. Что, обмазываться придется? Пиздец у них тут творится.
Пора гномов, блять, в жопу ебать, потому что они задрали уже тут шляться, как у себя дома.
я им их фонтан жизни-то заткну. Пора было это Dei Nox Valorium.
целую армию придется высылать, блин. Такая dark fantasy. Day Nox Glorium. Зачем ты написал? Что-то это значит? Ah!
Dei Noct Gloriam. Alea Jacta. Alea Jacta. Здорово. Здорово. Ничего, как там у тебя? Ну, плотненько, но пока вроде не справлюсь. Демон, да, брат. Брат мой, это был рандомный чел. Так, ну я и к тому, что это ты в скором времени будешь заканчивать, или как? Ну, рассчитываю, да. Я просто пока думаю, чем мне забить эфир перед Opposing Force. Так, ну ладно, я пока сбегаю тогда на перекурчик. Давай. Ага. Хотя бы так. Dei Noct Gloriam. Alea Jacta.
Day Noct Glorium. Так, Амбек, что он пишет, исходя из двух дизлайков на YouTube, людям понравился Майнкрафт, да. Чем вы там занимались-то хоть? Да, сокровища искали всякие. Нашли карту там. Строили дом немного. Он меня пару раз грохнул. Я угнал у него это. Лодку у него угнал. Узика на арте отвратительно чуть не сказал, это шикарное. Так, ну чё, тогда пока немного в Звёздные войны еще побегаю, пока ожидаю тебя. Я там планету как раз зачистить успел сегодня. Ну, не полностью, потому что там способности же открываются, все дела. Поставил Battlefront, что-то снова скачиваться. С работы, откуда я свалил сегодня, написали. Такие спрашивают, тебе подработка там на удаленке не нужна? Я такой, давай. Зашибись вообще. Ездить в эту жопу мира не придется. Блин! Не ту игру назвали потерянным заказом, в смысле? Не понял. Сложно. Блин, не схватился. Я не могу выбраться из пещеры здесь. Потому что я заплутал, блин. Так. Кстати, а Кодзиме... Что, Кодзима гений, скажешь? Будешь оригинальничать?
Так, мне бы вот сюда, походу, как-то закатить надо бы. Или, может, я ошибаюсь? Что это было? Микрофончик? А? Это там шум какой-то был, ты микрофон задел, что ли? Провод, наверное, да. А. Блять, начинает полые вечеринки. Фак, блин, рано прыгнул. Видел, в Дискорде писал, кто у меня сегодня на стриме появился. Ага, на Blind Sash. Ничего, вон с Максом как так бухие приперлись просто. Я их в Дискорд взял к себе, блин, такие орущие люди. Сам-то не планировал знакомиться с выбросом смерти. С Death Stranding? Не. Ну, посмотрим, может быть, когда-нибудь. Блин. А, окей, засчитали. Все круги какие-то наматываю, не могу, блин, понять, как выбраться отсюда. Карта еще, сволочь, такая не особо понятная здесь. Я не знаю, это временное явление, демон или это... Постоянно они опять с блайндом там тусуют. Я не лезу в их личную жизнь. Они мне тут экран затемнили, чтобы я не нашел потом. Ну, нормально вообще. Так, ладно, карта. Где выход? Окей, Google, блин. Может, там лифт? Блин, я это круг опять наверну. Крутить карту сушивающая. Да, можно. И зум, и так далее. Типа пишет, что карта здесь из Дума 2016 года это перекочевало. Восстановимся, пожалуйста. Привет, булка.
Понимаешь, налево, блин, вот тот так делает уровни, что ты хрен, но не можешь понять, как из него выбраться. Там стреляется кто-то, что ли? Так, за старых воинов взялся, так как по скидке прикупил недавно. Нет, прикупил не я, прикупил Морган. Он мне просто со своего ака дал скачать игру и все. Наверх не хочет ехать. Шеринг — это хорошо, да. Да, это великолепно. Но если я PS Plus все-таки оплатил, потому что, зараза, захотелось что-то мне в Battlefront пофигачить второй все-таки по сетке. Да, вроде как нет. Ай-яй-яй. Было, оказывается. Пончи снял, да, но что-то меня раздражало прям. Так, меня больше бесит ограничение выхода различных игр в регионах, отчего пришлось обзавестись 4 различными аккаунтами: японский, американский, европейский, русский, нифига себе. Ты заморочился. Так, ну платформу это поднял, окей, а что это не дает-то? А, вот здесь, наверное, открыл. Да, я тут могу. Но, стой, не могу? Фак. Так, а может, ну теперь можно один из этих? Не, да, бессмысленно. Ауч! Ауч! А, или нет? Ага, я туда. Так, сейчас, я понял. Грёбаные головоломки. Стой! Во! Фак, блин, неужели я наконец-то решил эту головоломку? Она оказалась сложнее, чем я думал. Тут нужно шары такие толкать было. Огромные сферы.
Стой ты. Ну так вот для чего нужно было силу, чтобы шары гонять, да? А, окей, во. Я выбрался, блин. Ачивку дали еще, спасибо. Мне еще до корабля теперь добраться нужно будет, походу. Я твой стрим все, кстати, приоткрою. Приоткрой, господи, странно звучит. Как окошечко так. Новый мир. Whole new world. A new fantastic point of view, блин. А, и чё ж так высоко подкидывает-то? Джедай ранен, джедай бубо, да? Так, куда отсюда можно? Ага, понял. Так, все, не мешайте мне медитировать, ублюдки. Слушай, а в Dark Souls же, если у тебя противник рядом с костром, ты не мог это там вот за него сесть вроде, да? А здесь можно. Чувак с ракетницы такой просто, такой, бля, ну он медитирует, ну чё? Буду мешать человеку, что ли? Завалили. Да. Меня, конечно, радует, как тут главный герой вспоминает, блин, заразу, то, что он, типа, умеет там силой пользоваться, по стенам бегать, такой, типа, ах, блядь, точно, я же умею это делать, нахуй, такой... Как будто вот нормальный человек бы забыл и про вот такие возможности. Блин! Упали. В этой игре противники тебя уважают, да, кстати, получается это вот так. Путь самурая. О, holy fucking. Красиво спланировал в яму, мог бы летать на понче. Да блин. Полечился. Возродиться, да, пожалуйста.
А ты веришь, что, что будет поддержка дисков PS4 на PS5? Да. Вроде Sony говорили, что будут делать такое. И потому что у них архитектура в этот раз, это она вполне себе, это будет схожей. А чё это он не выпрыгивает в этот раз? Даже не знаю, расстраиваться или радоваться. Он устал. А, я его сам вытащил, а тут нормально все. Еще на нем очень медленно загружались текстуры. Так, секунду. Да блин, я говорил, ну ладно, секунду он подождал, окей, не придрешься. Мне нравится это, сейчас, кстати, теги на стриме гаража, это сборники игр, головоломки, боевики, приключения, все на свете. Вот у тебя там... Чтобы не ошибиться. Да, вот у тебя там головоломки. Ну да, надо думать, как звезды не получить. Ну это на самом деле лучшая головоломка жизненная. Архитектуру я в курсе, но учитывая, сколько раз нас заставляют покупать так, одни и те же игры для разных платформ ХЗ, ну вот, видимо, прислушались все-таки, то, что не понравилось это народу. Как ни странно, в PS4 то, что там они не могли поиграться в PS3 игры. Я надеюсь, то, что это так. Так, я не понял. Да стой ты! Блин, я должен убить это существо, просто, блин. Я хочу бестиарий. Какое заяц это? Ну, из-за ледяной стены выпрыгивает такая хрень. Долгие загрузки. Говорят, даже на ПК они долгие. Да, они убирали совместимость PS1, PS2, там, я помню. У меня не прошка, у меня обычная. Короче, ну, то, что там не особо это работало как-то хорошо, короче. Либо я что-то не понимаю, либо мне все-таки тот город придется захватывать. Победил это говно. Джотас, это чё, Джо-Джо референс? Так. Я до туда точно не допрыгну, блин, мне кажется. Да, ну ладно. Так, нет. Фак. Блин, успел. Тихо. Да, конечности отрезаются, но не у людей.
Фак! Блин! Придется опять от чекпоинта бежать. Ну ладно, недалеко. С ним можно больше не драться. Так. Фак, я тебя понял, отстань, я спрыгиваю, и все. Да блин, да... Окей. Он не допрыгивает до туда же. Нафига тогда это сделано здесь? Сейчас еще раз. Он... Да, он не допрыгивает до туда, походу. Ну нет, не нашелся нарушитель, до свидания. А тут нельзя, да? Тут нельзя прыгать. Была ли хорошая игра в серии, где была бы расчлененка, но Jedi Outcast и Академия Джедаев. Там что угодно отрезать можно было. Они пробовали в Force Unleashed 2 более-менее расчлененку вернуть, но тоже как-то так себе получилось. Не зря Академия вспомнил, значит. Ну да. Ауткаст на PS4 есть, да, я, правда, не смотрел, как она там выглядит, и чё, мне кажется, они не изменили её, а играть в это на геймпаде, я не знаю, это жестко, мне кажется, очень. Это же Quake 3 движок, блин. Там все вполне себе быстрое. Удерживание толчка. Сдохнешь, принцесса эльфов, я сожру твою душу. Что? Как жесткому пикарю было тяжело играть в Doom на консоли первые часов 10, пишет там это демон. Ну блин, это еще бы. 16-й что ли? Ну да.
Где-то еще я вернулся туда, окей, понятно. Я вот не знаю, я, может, привыкший, конечно, уже просто к геймпаду и так далее, но мне как-то я быстро вполне себе привык к управлению на геймпаде. Блин, нифига себе. Killing Floor хорошо зашел, второй на PS4, говорит, ну. Ну, может, и сказывается, много проведенных часов не на ПК, типа, хорошо знал, что делать и так далее. Тут, кстати, вопрос такой в этой игре, это когда ты до финального босса доходишь, так скажем, ну, побеждаешь последнего, да, то игра заканчивается или есть возможность бегать там в свободном режиме? Это у меня сейчас? Ну, вообще, в принципе. Ну, тут определенное задание есть, как бы, пока ты его не выполнишь, ты хочешь по карте, как выполнишь, то все, тебя автоматически завершает задание. Угу. Вот я сейчас эту суку босса убил, но задание не завершилось, потому что мне надо 3 замка захватить. Вот один из 3 я сейчас захватил. Остальные 2 уже делал техники, так сказать. Так. Блин. Во что играет Seven Disciples 2? Ну, мне, кстати, вот теперь интересно, в Звездных войнах вот здесь это там потом можно в свободном режиме бегать или нет? Типа это делать. Обычно в метроидваниях такого не делают. Ну, обычно в метроидваниях там, да, это дают, это просто, ну, перед финальным боссом, ну, там да. Сохранялка есть. Против меня ТСТ целый, блин. Этот цыпленок такой, робот этот, блин. Ну, он как босс. Да, ну, блин, это они, конечно, круто. Не натренированного джедая так.
Все, вся карта поехала. О, я компанию, кажется, завершил. Да. Это была финальная миссия. А, о, поздравляю. Окей, спасибо. Остались только эльфы, и все, игра пройдена. Офигенно. А я тут, короче, победил босса, но он упал и взорвался. И я вот умер от взрыва. Да, блин, это круто. Интересно, он будет или уже нет? Да вот сейчас вопрос такой хороший. Я всю игру сломаю, тут нахрен. С Егором Сальмонахом файтингов не ознакомливался с канала Чеширок. Я не знаю, кто такой Чешир даже. Всем пока.